Всем привет, друзья! Как видите, сегодня погодка у нас вообще жесть. Если последние дни мы рыбачили просто в сильный ветер, то сегодня мы рыбачили практически в ураган. Ловили мы сегодня на Клязьме, ловили на джиг. Поклевок было много. Начало было дня очень хорошее, тихое, комфортное. Но потом начался вот этот трындец, который сейчас происходит в виде урагана, дождя. Ну и что делать? Пришлось нам под все это дело приспосабливаться. Приспособились, половили, получили даже в такие погодные условия энное количество поклевок, энное количество поимок. В общем, смотрите в этом видео, как прошла наша рыбалка. Было? С под берега тут щука часто, да. В основном она тут клевала под берегом. И два судака вот поймал с под берега. В разные дни. Вот удар тоже был. Этот судачий. Есть! Из-под берега щука. На рачка. Ну вот и первая рыбка наконец-то. Поймал вот на такого рачка. Nimble Crazy Fish. Маленько клешню ему попортили. Вроде пока удар хороший был еще на рака. На следующем же забросе. Уже похож на судака. Рыба просыпается. Есть. Через коряжку перевалил, да. О, судачок. Алло. Опять с-под берега. Хороший удар. С удачей.
оттуда же. Это щука, по-моему. Да, наверх идет щука. А до этого была судачья поклевка. Так, свечек не надо. Ну, уже покрупнее. Вот такой щукарик. Щучка, ну совсем прям щучка. Щучка. Опа. Ха. Даже не заметил как. Ни поклевки не было, ничего. Пол приманки нет. Откусили. Интересно. Легко вот впорол. А, то же самое. Ну ты ее штурмуешь, как это прям. Штурмуешь ее не знамо как. Я привык там, блин, с коряшки держать. Ну, стандартус для этих мест. Есть. С первого заброса. Время спуститься только. Походу придется прямо здесь. Щучка, да? Так же, как вчера с первого заброса на этой точке. Может, она же. Но опять такой же стандартус. Судак. Сошел. Прокатил. Прокатил. О, жерех.
маленький. Или щукарик у берега. Есть. Сань, возьмешь? Хороший что-то. Щука. Не особо она хорошая, просто очень бойкая. Прям здесь давай мне их. Покажу, да отпустим. Развернулся. Понятно, ты еще мне. Держишь? Да. Ну да, опять стандартус. Теперь Санета. Туда и обратно. Я уж тебя погоняю немножко. Кидать не хочется, высоко сдохнет. Когда там метр, ладно. А вода такая уж холодная. Да конечно, холодная, зима скоро. Через 2 недели уже он минус капитальный передает. Надо налавливаться. Скоро лед. Есть. Да. Еще одна, тут уж почти. Я уж тебя побеспокою еще разок. О, даже вроде побольше. Да, покрупнее. Вот, это такая уже более-менее зачетная. По нынешним меркам этого года. На понтуновский, как он называется, джилт, что ли? Твистер. Такая покрупнее. Что-то. Есть! Где спускаться только? Хоть за рыба, судак. Вот так его. О, судачок. Опять на джилта. Или как она там называется? Твистер понтуновский, короче.
Да, такой побольше уже. Погода. С берега тут никак практически. На реке-то еще нормально. Можно даже ветер с лодки половить. Встать по ветру и кидать вниз. В принципе, нормально. Настоящего водоема. Замучаешься. Стоит перед зимой тихо, получится поесть и с лодки, и с берега тоже на реку. Да, он еще впереди есть интересная струйка такая, большая отбойка, имеет смысл ее тоже плавить. Там как раз ветер немножко все-таки подворачивать будет и не так сильно мешать, может быть. Сейчас попробуем. Вообще поклевок много, можно здесь вот кинуть. Рыба активная, клюет практически сразу, встаешь на точку, чаще всего с первого заброса, если правильно кинул, выбрал самое интересное направление для заброса, учитывая корешки, изменения течений. Если нет таких мест, то просто по площади 3-4 заброса, и обычно кто-то отзывается. Что-то щука перестала попадаться. То клевал, клевал, как солнце вышло, все. Последние все поклевки были с удачи. А судак выдает очень много пустых поклевок. А совсем уменьшаться по резине не хочется. Во-первых, он хуже на нее реагирует, меньше поклевок ощутимо. Ну и совсем уж, мне кажется, будут клевать грамм по 100. И так-то невелик. В размере там 500, 600, 400. Как-то в этом году вообще на реке с крупной рыбой не очень. По лету поклевало. В июле, в августе. А по осени... Сколько вот не ездим, спрашиваю тоже у ребят, у всех, кто ездит. Ну, бывает, проскочит там двушка какая-нибудь. А так все, в основном тоже до килограмма. В среднем грамм 500-700, что судак, что щука. Нормально. Вот поклевка есть. И хорошая рыба. Нет, не хорошая, просто в корягу залезла. Первый заброс. Ну вот, ребят, переехали на новый участок. Первый заброс и сразу щучка. Ну такая тоже стандартная полкилошка.
такая еще одна была. Вот и дождь пошел. Только его не хватало для полного счастья. Мало нам урагана. Поклевки есть. С первого заброса щуренок. Две с удачей поклевки. И все под берегом. Все под ногами. Сегодня всего лишь одна рыба у меня попалась издалека, с середины реки, и одна поклевка была оттуда же. Все остальное где-то либо в ближней трети, либо совсем уже под ногами. Причем независимо от участка. Есть коряжник, нет коряжника. Прижимается глубина, либо ее нет, как вот здесь. Все равно клюет ближе к ногам. Конечно, пауза очень маленькая, здесь не глубоко, а приходится ловить на 14 грамм. Но все равно кидаю подальше, в надежде, что мало ли оттуда кто-то отзовется. Может быть, кто-то бонусный даже. Сейчас надо будет заканчивать. Погода совсем испортилась. Нагнала туч. Идет дождь. Но самое главное, это очень сильный шквалистый ветер. Проводка практически не читается. Давит на вершинку. Ее загибает просто, поэтому непонятно. Ни касания дна особо. Ни поклевки. Такая рыбалка больше на грани интуиции. Ну как бы нам не привыкать, не первый раз так ловим. В этом году так вообще приходится постоянно практически в такую погоду ловить. Ну конечно, уже надоело. Кто-то скажет, может быть, нытье. Настоящий рыбак не должен жаловаться. Нет плохой погоды, есть плохая одежда, неподготовленность. Ну, в принципе, так оно и есть. Ловить можно в любую погоду, рыба, в принципе, клюет. Но дело в том, что когда уже недели две, вот так, постоянно, оно просто тупо надоедает. Тебе уже хочется просто в хорошую погоду половить, насладиться поклевками, контролем полноценным, чтобы у тебя все прям было вот понятно, да, досконально. А не угадывать, где коряжка, где поклевка. Коснулась дна, не коснулась дна. Просто хочется тупо насладиться нормальной рыбалкой. Вчера вот была такая погода. Один день вчера выдался тихий. Но вчера был день сходов почему-то. В принципе, тоже поймали. Там, наверное, десятка-полтора на всех рыбы. На четверых. И было очень много поклевок, очень много сходов почему-то. Хотя погода была идеальна. Тихо, шел небольшой дождь. Ну а под вечер опять тоже вот начался ветер. А сегодня он с 10 часов как поднялся, так и дует. Сейчас уже вот темнота, а время только еще 2 часа дня. А уже как будто ночь, вечер, часов 6. Сегодня взял левин по той же самой причине. То, что ожидался очень сильный ветер. Можно было ловить на орион. Кто-то скажет, нахвалил палку, а чего же не ловишь? Да из-за того, что она очень легкая. Ее просто вырывало из рук. На прошлой рыбалке, на позапрошлой, я уже был научен тем, что его просто вот так вот тянет по ветру. А эта палочка все-таки погрубее, подлиннее, потяжелее. И тест у нее побольше. Можно поставить грузик потяжелее. На порядок причем. Даже 20 грамм поставить вместо 12. Шнурок потолще. И немножко бороться с ветром. Хоть как-то. Ну и забрасывать приходится местами далеко. Хотя сегодня это не пригодилось. То, что клюет именно близко.
потому что обычно вся река мелкая, и где-то около одного берега прижимная канава. И чаще всего с нее и клюет. Я уже заговариваюсь, потому что задубел. Я думаю, пора заканчивать. Пойду у Лехи спрошу, как оно. Будем заканчивать, не будем. Я бы уже, наверное, все-таки свернулся. Ну, в общем, все, друзья. Рыбалка подошла к концу. Погода совсем испортилась. Поднялся очень сильный ветер. Если до этого он был просто сильный, то сейчас он стал шквалистый. Пошел дождь. Стало абсолютно некомфортно, холодно. И хотя поклевки еще вроде как есть, рыба активна, даже в такую погоду ловить просто не хочется из-за того, что такая погода давит морально. И рыбалку мы решаем заканчивать. Что по итогу? С утра было тихо, с утра было комфортно, очень хорошо, практически штиль, хотя обещали ветер 4-5 метров уже с рассвета, а к 10 часам до 7-8 метров, который сейчас в принципе дует. Но с утра было тихо, практически штиль, и рыба клевала. Опять же отработала моя точка на выходе на пляж, получили где-то поклевок, наверное, 15 на всех. Я поймал оттуда 3 рыбы, несколько рыб я прокатил, щучьи поклевки все были реализованы. Щука берет все-таки более жадно, более надежно. Все сегодня щучьи поклевки у меня были реализованы. А с судаком как-то сегодня опять не очень, видимо, погода не его, потому что когда тепло и солнышко, либо когда мороз и солнышко, он клюет жадно, надежно, попадается. А когда вот такие вот непонятки происходят с погодой, он как-то капризничает, вроде бы и клюет, а поклевки такие себе очень слабые, либо наоборот резкие, но очень короткие, и ты просто не можешь его с такой поклевки нормально засечь. Ну и плюс размер, конечно, судака оставляет желать лучшего. Если бы он был покрупнее, может быть, он секся бы и нормально. В общем, вот так. Поймал, наверное, с десяток рыб за весь сегодняшний день, за весь проход. И получил, наверное, около 30 поклевок. То есть поклевок сегодня было реально много. И в основном это были поклевки судака. Но, к сожалению, реализация оставляет желать лучшего. Опять же, в связи с тем, что рыба не крупная. И погодные условия такие, что он больше играется, бодает, подбивает приманку. И не хочет нормально ее заедать. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, оставлять лайки и комментарии. Обязательно оставляйте какой-либо комментарий под роликом и ставьте оценку, лайк или дизлайк. Это хорошо помогает продвижению как ролика, так и всего канала. Я сам продвигаюсь без всяких медиасетей, поэтому продвижение занимает достаточно долгое время, и не такие большие шаги я в этом совершаю, как мои, скажем так, коллеги по увлечению. Всем спасибо еще раз за просмотр. Не хватает чешуи, больших трофеев, удачи, всего хорошего и всем пока.